Что, Рачишка, YouTube платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин. Деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться. А как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком. Это я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Работа подождет! Йоу, Музон качает, Ракутаген за киберспорт Warface нам затирает. Так и есть, брат мой, и баланс с игры долой. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Ракутаген и Капитан Очевидность. Невероятная новость попалась мне на глаза. Никто не мог подумать, но да, регламент меняют админы опять, и вновь от доната все будут сосать. Да, друзья, похоже, администрация игры наконец-то созрела, наконец-то до них дошло. То, о чем я говорил, так, наверное, первый раз я эти темы поднимал, году так может быть в каком-нибудь там 16-м, да, лет так 5 назад. Вы помните, с чего вообще киберспорт начинался? С баланса? Хрен там плавал. С нормальной народной игры. Да-да, с того самого, с тех самых юсасов, ктаров и прочего дисбаланса и т.д. и т.п. Но вы вспомните, как его смотрели. Этот киберспорт смотрел весь Warface. С него все фанатели. Может быть, сам сегмент киберспорта, людей в нем было еще не так много, это было еще фаново. Но люди сидели на трансляциях не ради пин-кодов, потому что они видели в этом геймплее себя, свои ситуации, свои клановые войны тогда. Они видели эти юсасы, эти ктары, эту сайгу, эти болтовки Макмилланы. Это было то, к чему они привыкли. Это тот самый Warface, практически со всеми пушками, со всеми плюсами и минусами. Это именно их игра. И именно это обычные игроки и хотели видеть. И не было никакого нахрен разделения в стиле «Да мы такие, а вы РМ-бойцы». Все было единообразно практически для всех. За редким исключением в виде там скинов, определенных броников и оглушек. И все. Все остальное было точно таким же, как на паблике, ребята. Так я не понял, ты что хочешь сказать, в киберспорте баланс не нужен? Нет, Капитан Очевидность, не нужен баланс в нашей игре, в Warface, потому что люди многие не понимают, особенно наши киберспортсмены, они смотрят на киберспорт. В чем проблема киберспортсменов, то что они киберспортсмены, они не игроки обычные, и они не могут себе вот представить все вот картину, что такое игра. Я играю в шутеры с того момента, как они стали зарождаться. Я могу вам сказать, я с ними, собственно говоря, сам вырос, что есть шутеры успешные киберспортивные, и они изначально изготавливаются как киберспортивные. Counter-Strike, даже тот же Apex Legends, Valorant, Quake. Это в основном киберспортивные шутеры. А есть шутеры типа Battlefield, Warface, Call of Duty. И они не киберспортивные. И что самое интересное по секрету вам скажу, эти игры еще более популярными могут быть, чем киберспортивными. И при всем при этом в этих играх может быть киберспорт. Парадокс, но факт. И в какой не киберспортивной игре есть успешный киберспорт? Да не вопрос, прямо сходу. Киберспортивная игра, где призовые выше, чем в Warface, а баланс как минимум не лучше, по сути, соревновательный. Потому что там буквально пару пушек, и это вся мета. Это Warzone, Call of Duty Warzone. Но в отличие от нашей администрации, которая годами пыталась впихнуть невпихуемое и членам перерубить березу, администрация Call of Duty давно занимается всей этой кухней и прекрасно понимает, что либо они делают чисто киберспортивную игру, либо они делают игру для обычных пользователей, казуалы, называйте как хотите, да насрать, не суть. Если ты делаешь для обычных игроков игру, то даже киберспорт в ней должен быть обычным, точно такой же геймплей, как у обычных игроков. Иначе ни ты, ни твоя игра, ни твой киберспорт нахрен никому интересны не будут. И никакой баланс такой игре не нужен. Баланс он должен быть, но он должен быть относительным и временным, и не более того. Потому что если бы обычные игроки все ценили баланс, они бы играли в Counter-Strike. Но большинство людей играет вовсе не в Counter-Strike, а играет в другие игры, где идеального баланса даже близко нет. И Warface изначально был как раз игрой для народа, для казуалов, называйте как хотите. И все здесь было хорошо, и даже киберспорт был и потихоньку развивался. Со всеми своими ктарами, юсасами, сайгами, макмилланами, глоками и так далее.
далее. Но потом кто-то надоумил нашу администрацию, что мы должны потягаться с Counter-Strike. В итоге получилась уже не развлекательная игра и ни хрена не Counter-Strike. А потом весь этот киберспорт из этого же киберспорта начал потихоньку переливаться во всю остальную игру. На рейтинговые матчи, на паблики, просто повсюду. В итоге получилось ни рыба, ни мясо, а просто пиписька дяди Тараса. И никто этому рад не был, включая самих киберспортсменов, наиболее успешные из которых быстренько ливнули в другие проекты. То есть админы молодцы. Получается, они хотят популяризировать, по сути, киберспорт. Нет, конечно, капитан очевидность. Наши админы, как всегда, хотят срубить бабла, потому что турниры — это самый лучший способ прорекламировать новый метовый донат. Но нас с вами это, собственно говоря, волновать не должно. Нас волновать должно то, что наконец-то они поняли, что игра развлекательная, такая как Warface, она может иметь киберспорт. И не важно, что там нет баланса. Но по факту, на примере той же Warzone, лучшие все равно будут лучшими при любом балансе. Зато игра будет действительно единой для всех. И пресловутый рейтинг регламента мало чем будет отличаться от киберспортивного состязания. И вы можете кидать в меня тапочками, какашками и всем прочим, в том числе и камнями, но я скажу вам так. Это и есть нормальный путь развития Warface. А вовсе не попытки впихнуть невпихуемое и сделать из Warface Valorant. Ибо это делалось уже на протяжении лет так 5. И все мы прекрасно видим, к чему это привело. А киберспортсменов тоже, ребята, прошу не бомбить. Потому что ваше благосостояние напрямую зависит от успеха этого проекта и популярности в нем киберспорта. И когда этот самый киберспорт будут смотреть все те, кого вы называете РМ-бойцы, неидеальный баланс у вас уже будет совсем не так. Дорогие мои, беспокойтесь.